У меня занесла сама рукашка, курочка. Недавно, буквально, наверное, дней 10 назад. По-моему, она штучки 3 яичка уже снесла. Я хочу вам показать, какая она малышка. Она родилась у меня, вернее, вывелась 6-7 апреля этого года. Считайте, вот сколько ей. Посмотрите, она малышка-малышка совсем, но уже несется. Вот сейчас я вам покажу кученку. Она, наверное, раза в 2 ее больше. А вот поместная курочка. Она родилась вместе с Амироукашкой. Тоже смотрите, какая большая. Это петушок Амироукашка. Вот я хочу их оставить на разведение, на племя. Вот этого петушка, вот такого окраса. И у меня 3 курочки. Одна вот такая серенькая с беленьким. И 2 беленьких, чисто белых. Вот эта малышка сидит такая испуганная. Не буду ее пугать, потом покажу, какое яичко она снесла. Еще курочка Амироукашка. Сейчас я вам попробую приближу. Вот. Но она еще не несется. Во всяком случае, в гнезде я ее ни разу не видела. Вот после той серенькой крапинку курочки были яички. Хотя, смотрите, она крупнее той. И вот еще, смотрите, беленькая тоже Амироукашечка. Тоже ни разу в гнездах не видел, не несется. По комплекции она, наверное, как та, в крапинку которая. Вот петелник, смотрите, какой красивый у него окрас. Шикарный. И вот эти 2 петушка, беленьких Амироукашки. У них такой маленький-маленький гребешочек. Такой симпатичный. Я дала объявление об их продаже. Что-то никто не хочет покупать. Мне просто жалко их рубить. Они уже и кукарекают, и курочек топчут. Вот, красавчик. Ну вот, эта мешальщица опять мне мешает снимать. Ну что ты? Ну что ты? Ну вот скачет на меня. И вот этот петушок. Амироукашка. Тоже смотрите, как у него гребень. У него окрас такой рыжий, серо-белый. Но я, наверное, ставлю того серого. Спугнула я ее. Смотрите, какая она малышка. Вот без увеличения камеры. Видите, маленькая какая. И уже несется. Иди, иди, крошка, иди, иди. Прости меня, что я тебя напугала. Вот, снеслась моя Амироукаша. Смотрите, какая маленькая яичка. Крошечный такой. Сейчас я вам на свет вынесу, покажу, какого она цвета. Смотрите, какой красивый. Да, я считаю, что для размера курочки она очень даже приличная. Буду ждать, когда другие занесутся. Ну что ты, ну что ты? Накинулся, да, защищай, защищай. Смотрите, вот Синь-Синь-Дянь хотел сгромоздиться на эту курочку Амироукашу, а петушок Амироукашу прибежал защищать ее. Молодец какой. Так, что тут у нас сегодня? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 и 2, 8 яичек. Вчера было 12. Нормально.